телеканал «Союз» – это та программа, которая нам надо и гордиться, и поддерживать русским православным, да и вообще жителям России. Потому что телеканал «Союз» – это тот канал, который мы долго ждали, я помню, еще и 80-е годы, ну и 90-е годы. Мы говорили православным людям на свой канал, чтобы мы рассказывали то, что мы думаем, мы живем, потому что все, что здесь есть, все православное. Не только храмы, храмы, да, не только там, где мы собираемся православные, там, или молиться, или вот как сейчас открытие мемориальной доски Дмитрию Зелинскому, православному человеку, русскому человеку, гордость России нашей. А вот Православный Союз – это тот канал, который надо поддерживать. И когда я смотрю, и пишется строка, что надо поддержать канал, а я думаю, вот мы православные, ждали, ждали, а сейчас с протянутой рукой стоим. Разве совести нету? Надо, чтобы этот канал вошел в ранг, как все каналы, которые крепко стоят на ногах и воспитывают и несут информацию нашему русскому народу. Именно русскому народу, именно российскому народу, тех, кто живут в нашей стране. А наша страна много конфессий, наша страна многонациональная, а как по нашему заповеди, нашего Господа Бога Иисуса Христа, говорит, возьми ближнего, еще молитесь за обижающих, проклинающих и ненавидящих вас. А мы, разве кто-то есть у нас, это все наши братья, и мы должны молиться за них. Мы не все, говорится, приехал человек с другой стороны, мы за это должны молиться, и он должен сказать, вот это православный народ, дружеский, любит всех. Вот это их вера. И канал, я вот вижу, что канал, он разовьется. И в канале надо фильмы показывать и для старшего поколения, и для младшего поколения. Надо фильмы самому снимать, фильмы именно. Я часто думаю, а почему бы не снять, ну, конечно, талантливым режиссером, снять, пускай, фильм о жизни, там, Сергея Радонежского, знаете, там, или Серафимовского, художества. Только с православным уклоном, и чтобы не искажено было, не искажено было, и подать сейчас. А так, видите, мы отстранились, а надо не отстраняться, надо быть... Все, что у нас происходит, это все создал Господь Бог. А Господь Бог создал, как по Святому Писанию, все, и небо, и землю, и воду, значит, всю Вселенную. Даже Марс, Луна, Марианская упадина, острова, северный, южный полюс, это все создано Господом Богом. И мы должны познавать его, идти к полюсу, говорится, беречь ее. Если что-то случится в Марианской упадине, то и мир наш рухнет. Тот, который создал Господь Бог. Вот о чем. Канал хороший, я всегда, конечно, когда бываю в России, я всегда включаю и смотрю его. Мне очень приятно, кажется, видеть. И я все время с надеждой, что будет чаще, больше времени, знаете, больше времени этого канала, чтобы я даже новости, обычные новости, там, экономические, политические, спортивные, смотрел тоже на православном канале именно. Союз, потому что канал играет в футбол, также люди и православные. Занимается экономикой, вот банки, тоже православные. Пока мы еще не создали другого мира. Значит, сейчас мы стоим, вот мои друзья там в космосе летают, как Федор Юрчихин в космосе. Говорится, мы сейчас стоим, мои друзья ведут корабли вокруг света, или там с порта в порта идут, они православные. Мы здесь стоим, а мои друзья, летчики, сейчас сажают пассажирские самолеты, 150-200 человек, 200 душ, 200 жизней. И вот он, я знаю, такой там, пускай, Григорий Яночкин, это летчик первого класса, который вводит их в гигантский бой, но он очень православный, он православный, вот когда есть, он всегда ходит в храм, у него иконка, я так думаю, что я, говорится, он, когда, а в день он по две, по три посадки делает, ну, зависит, как, и
200, там, в среднем, человек, 200 душ. Вот за кого молиться. Вот это помыть. Вот, а надо и на Союзе показывать таких, знаете. Это уже только Богу угодно, и Бог его поддерживает, святые, а он молится, и Георгий Победоносцев, и Серафиму Саровскому, у него иконки, и молитва. И он говорит, я когда сажусь, читаю молитву, конечно, говорит, шепчу, потому что он, понятно, что он в этом. Но, говорит, только с Божьей помощью все это, и летать, молиться, чтобы до пенсии долетал, говорит, и не было аварии. Вот, я посмотрел, вот этих надо показывать, и вы будете показывать, ваш канал очень хороший. Даже название «Союз», «Союз», именно «Союз всех людей».